Представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» «Большая промышленная неделя в Узбекистане» презентовали продукцию ММК и провели встречи с рядом крупных клиентов, представляющих индустриальный сектор Узбекистана. Международная промышленная выставка «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» проходила в Ташкенте с 5 по 7 апреля. ПАО ММК представил на выставке свою экспозицию на отдельном стенде, где посетители форума могли ознакомиться с широким ассортиментом продукции и преимуществами сотрудничества с одним из лидеров российской черной металлургии. «Мы рады присутствовать на этом представительном международном форуме в Ташкенте», отметил генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев, возглавивший делегацию ММК. Промышленность Узбекистана развивается быстрыми темпами. По итогам прошлого года Узбекистан стал крупнейшим потребителем продукции ММК среди стран СНГ. «Мы заинтересованы в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества с нашими узбекскими партнерами». По итогам 2020 года ММК отгрузила в адрес узбекских компаний 415,6 тысяч тонн металлопродукции, что составило 82% от общего объема продаж в государства Центральной Азии и 35% от объема поставок в страны СНГ.